скребзавод очень большой. Сейчас попробую сделать более подробную экскурсию. Короткая экскурсия была в шорцах. Сейчас будет более подробная. Такие вот две комнаты. Не знаю. Огроменная площадь. Это, наверное, проходная какая-нибудь будет. Огромный зал. Оу. Пока что только эхо мое гуляет. Скоро приедут строители. Там очень много помещений подсобных и очень много дверей. Здесь также большой коридор и много-много комнат. Еще один выход. Вот этот огромный рабочий зал. Какие-то резервуары для приемки рыбы, наверное. Ну, друзья, на следующий год планируют запустить круглогодично. Работы проделано немало, но предстоит еще больше. Будут строиться также очистительные сооружения рядом с этим рыбзаводом.